удержание счета. Бляшки, два мяча, конечно, это не так много. Лоренс, вот она, бисеклета, и вот он гол. Вот так вот. Просыпается в третьем периоде этот испанец, просто забивает сильным ударом под перекладину. И Кирьянов, которого сегодня не такая большая нагрузка в игре, это, конечно, проблема не его, а проблема армейцев. Пропускают.